Всем добрый день. Вот такая у меня сегодня распаковка. Много маленьких посылочек. Начнем вот с такой. Это мне такая непонятная была. Вот это. Что здесь такое? Что-то плоское. Итак. Ну, начнем с цены. Стоит на 41 цент. Как-то дороговато. Какой-нибудь. И что это? Что это? А реально, что? Непонятная штука. Покажи. Ну вот, это я найду, скажу, что это такое, ладно. Отложу всякие непонятные вещи, я буду откладывать в одну сторону. Потом вставлю сюда. А может, это не мне? Как еда? Нет, не мне. Нет, это не мне. Это первый корпус. У нас два корпуса. Ладно, это я спрятал. Да. Дальше что у нас? Тут опять не мне. Тут три посылки не мне, их отложу. Ну вот опять мое. Будет позвонить человеку. То есть. Я не буду показывать, что там есть. Вот так вот. О, наконец-то пришла такая штучка полезная. Я ее ждал. Стоила она. Тут цены-то нету. А что это, папа? USB-2. Так. Для зарядки телефона. Мне кажется... Мне кажется, я заказывал очень-очень давно. Ну, мне по параметрам она очень понравилась. Вот такой проводок. Ну, так пахнет немножко техническими. Вот. Так, следующая посылочка. Так, она стоит 75 центов. О, это ароматизатор, увлажнитель для воздуха. Я такой нечто подобное покупал, я на работу взял. Пахнет бесподобно. Понюхайте. Что? Дай мне. Что пахнет? Ароматизатор воздуха. Увлажнитель. Капаешь? О, сегодня капнем вам. Укладываем. Увлажнитель. Или не надо, не надо. Так, дальше. Следующая такая вот. Ну вот, опять такой же. Проводок. Ну, здесь вот где-то цена должна быть. Да, 30 центов. 30 центов. Нет. 59 центов. Это граммы. 59 центов стоит. Зачем я где заказал? Вот она. Эта посылка шла очень долго. Эту большую коробочку я потом оставлю. На сладкое. Так, сегодня такие все маленькие подарочки. Опять. Ну зачем к ним столько много? Неужели это все? Так. Дальше. Ага. Пульки вам для пистолета. А для какого? Который таким пульком стреляет? Стоили они вот этот набор? Стоил. Цена здесь не вижу. Можно? $1. Ладно. На. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, ладно, следующая посылка. Вот она. Искусственная кровь. Покажи. Это из... Как это искусственная? Это по приколу. Для приколов. О, папа, как раз она нам сейчас... Надери одну...
остальные две на день рождения приколитесь. Mm-hmm. День рождения вы чай будете пить? Надеюсь, это видео не увидит тот, кто вам придет в день рождения, заранее, чтобы не знал. Я вам в определенный момент, я их вам дам. Вы незаметно жуете, и течет кровь. А сколько? Изо рта. Ну что? Вот. Такая красота как раз нам пришла вовремя. Мы будем смешные. Ералаш идет. Вот она, ее раздавливаешь, и кровь идет. Ну вот сейчас вот вы сынку будете снимать. Не открывайте пока ничего. А, тут кажется еще одно. Я, кажется, две таких заказывал. Стоит он на 6 центов все, если это оно же. А 6 центов это что? Это... О, вещь. 6 центов это... А ладно, я попробую. Потом, сейчас еще сделаем, распакуем. Вау! Ну, Павлик, держи. Так. Алиса? Ага. Ну и тут лего-солдатики. Вот не лего-солдатики, тут пулемет. Ну, пулемет это уже вы сами будете распаковывать. Своей распаковки. Для своего канала. Вот это я забираю. Ну, давай попробуй сейчас. Сейчас мы попробуем на камеру. Мне! Ну, дай сюда. А можно... Павлик, мне! Над мамой приколитесь сейчас. Давай, можно мне? Ну, почему у тебя? Ну, давайте его, ладно. Ну, мне же нужно, Павлик. Может, да для меня экстра прикол. Только ничего не пачкайте. Да. Ну. Только не над чем мне это. Попробуйте раскусить его. Я не знаю, как оно действует. Открой ее. Опа. Это не кровь. Что это? Это красное что-то. Ну. Значит, надо было ее с водой. Надо... Мою держи. Все, мы выяснили. Ее надо размочить в воде. Можно я свой тоже размочу вот. Вот над этой штукой. Над этой, аккуратно только. Капнем, все. Она сейчас пропитается?